Всем доброе утро. Хотела выйти на улицу, записать видео, но передумала. Там очень холодно. Здесь уже месяц идут дожди. В Польше Поморское воеводство и холодно. Да уже, наверное, больше месяца. Температура где-то 6-8 градусов днем, не поднимается выше, ночью вообще плюс 2, плюс 4. Но я не об этом. Хотела рассказать про карту Ощадбанка, которую мы заказали во Львове. Ездили, да, сколько дней уже прошло? Дней 18 прошло назад, уже больше 2 недель назад мы ездили. И вот вчера нам позвонили с банка и сказали, что карточки наши готовы. Вот прошло больше 2 недель. Но моя карточка, которая была прикреплена к номеру Vodafone, все нормально. Мы еще ехали в пути с Польши. Через 3 дня она уже была на кассе. А вот у супруга номер не было, номера финансового. У него заблокировали карточку Vodafone, она по контракту была. Мы вовремя не смогли оплатить. Там большая очень сумма была, я уже говорила. И поэтому ему пришлось менять номер. И вот так долго получилось. Значит, 18 дней. 18 дней. Значит, карточки уже на кассе в банке. Не на кассе, а в банке. И можно их забирать. Мы когда там были во Львове, сделали доверенность, чтобы человек забрал и нам их прислал. Но, и изучив все нюансы пересылки, не хочу я о них распространяться, мы решили ехать. Ну, в общем, планируем ехать в воскресенье. Он, супруг, топает. В воскресенье. Ну, там ситуация, конечно, на границе непростая, но все равно... Ну, говорит, чтобы я не рассказывала, как ситуация нормальная. Ну, в общем, посмотрим. В воскресенье едем за карточками. Дальше все расскажу, как будет все происходить, как там ситуация на границе. Рассказываю своим подписчикам. Все, всем пока, всем добра и мира.